Спортивный комплекс «Шериф» – крупнейшее сооружение спорта высших достижений Европы. Расположен в городе Тирасполь в Приднестровье. Приоритетным объектом спорткомплекса, без сомнения, является главная спортивная арена. Вокруг арены разбиты газоны с вечно зеленой травой. Расположены автостоянки и удобные проходные, через которые зрители попадают непосредственно на стадион. На стадионе 13 тысяч зрительских мест. Все трибуны имеют навесы, защищающие зрителей от непогоды. Освещение главной арены может работать в 4 режимах со световым потоком до 1600 люкс. Система звука от знаменитой немецкой фирмы Electrovoice. Аудиоисточники настраивались и тестировались индивидуально, что позволило создать эффект чистого направленного звука. Над южной трибуной установлено полноцветное видеотабло общей площадью 48 квадратных метров. На стадионе оборудованы современные раздевалки для футболистов и судей. Две раздевалки для футбольных команд включают в себя массажные, туалетные, душевые комнаты и рассчитаны на 30 человек каждая. Игровое поле размером 105 на 68 метров, покрыто натуральным газоном, под которым находится эффективная дренажная система. Футбольное поле имеет автоматизированную систему полива и оборудовано подземной системой подогрева газона. Здесь проводятся футбольные соревнования республиканского и международного масштаба, в которых уже успели принять участие команды из Европы, Балтики и стран СНГ. По трибунных помещениях расположены буфеты и туалетные комнаты для зрителей. На западной трибуне расположены большой и малый конференц-залы. Здесь же находятся рабочие комнаты средств массовой информации, комментаторские кабины и ложи для прессы, а также закрытые VIP-ложи, которые имеются и на восточной трибуне стадиона.